мы объездили всю Америку, мы учили их рисовать. На концертах, на вокзалах, везде мы видели вот инвалидов. Я подумал, что ну, инвалиды это ну, а просто а все люди, ну, а которые все инвалиды, ну, а все американцы. То есть они там везде, на концертах, там, ну, а кафе, они влюбленные, там розы дарят, у них общение идет, они живут обычной жизнью, на них никто не обращает внимания, не тыкает пальцем. Я видел в магазине людей, у которых одна рука и едет на вот этой вот машине, и ничего, и на него никто не смотрит. И я очень рад, что у нас были Сочи. Это первый маленький шажок, ну, то, чтобы сделать для инвалидов безбарьерные выезды. Все, это первый маленький шаг. У нас инвалиды – это изгои общества. А это, ну, а может быть, лучшие люди России. Ну, потому что они думают и знают чуть-чуть больше, чем мы. А потому что они испытывают ну, ежедневно эти ужасы. Ежедневно они с ними видят и борются с ними. И, а поэтому я очень рад, что у нас, еще раз скажу, были Сочи, и нужно прямо ближайшие годы наших инвалидов всех выводить на улицу. На улицу. На улицу их ну, вытаскивать, руку помощи им нужно дать. И, может быть, и не денежную, а такую, близкую. Потом я за то, чтобы инвалиды и обычные учились в школе, дети, и те учились в школе одновременно. Я за это, чтобы дети, очень умненькие, лучшие наши дети, учась в школе, видели рядом инвалидов и не видели в этом ничего ужасного. Чтобы, потому что он вырос, а потом увидел инвалида, испугался. Это люди.